Новый агропарк день за днем растет на одной из самых больших строительных площадок республики – новом микрорайоне в северной части Черкесска. Для новоселов здесь в шаговой доступности будут не только садики, школы, парки и скверы, но и свой собственный современный аналог рынка. Агропарк – это, в общем-то, торговый комплекс будет. Ну, по сути дела, большой рынок. Здесь, значит, что? Тут будет холодильные цеха. Значит, тут будет там упаковка организована, такая на промышленном уровне. И где-то на 1500 мест будет здесь торговых мест. 1500 торговых мест будет здесь. В рамках частного государственного партнерства, это как инвестпроект у нас идет через Министерство экономики. Вот для этого микрорайона уже и такой объект уже предусмотрен. На площади более 2000 квадратных метров разместятся 750 павильонов. Агропромышленный парк оснастят современным торговым и производственным оборудованием, предназначенным для переработки продукции. Он будет по-настоящему удобной торговой точкой и для покупателей, и для продавцов. Одна из особенностей проекта – возможность сельхозпроизводителям без посредников реализовывать свою продукцию. Именно такой комплекс агропромышленный я первый раз строю. А как конструкции, все это уже не первый раз строится, такие здания. По конструкции они как бы идентичные идут. Просто каждый объект, расчеты идут свои, там арматура своя идет. Ну, под каждый, по нагрузке она все рассчитывается и свое все делается так. В будущем на территории агропарка планируется проводить и ярмарки. А близость к федеральной трассе обеспечит достаточное количество покупателей. Также возможно развитие агропарка по части увеличения предоставляемых площадей или ассортимента предлагаемых услуг. В планах создания на его базе крупного транспортно-логистического центра. Не только для малых и средних, но и крупных фермерских хозяйств. Причем как Карачаево-Черкесии, так и других регионов СКФО. Все под крышей, тепло подключается к центральной системе отопления. Все подключается. У нас общая котельная на химзаводе у нас строится, к ней подключится. Уже отводы все есть, осталось только подключиться. Два эскалатора будут подниматься. Вот если вы видите, вот сзади у нас с этой стороны и с той стороны, где дальний свет, это будет два, один там эскалатор, другой здесь эскалатор плюс. Добавляется 5 лестниц дополнительных. Аварийные и простые лестницы, которые подниматься на второй этаж будут. Возводимый в Черкесске агропарк станет и хорошим подспорьем в борьбе с безработицей. Здесь планируется создать 43 рабочих места, не говоря о работе непосредственно для продавцов. У нас холодильные камеры, ну, много торговых мест. Также будет шопинг на втором этаже, тоже планируется как бы на будущее. Само стройка разбита как бы на два этапа. У нас блок Б и блок А. Вот этот бетонный, это блок А идет, тут блок Б идет. Сейчас как бы у нас уже к завершению, ну, больше 90% уже блок Б почти готовый. Значение этого проекта для экономики республики огромное. Его стоимость 720 миллионов рублей. Срок реализации год, а окупаемости около 5. Примерные ежегодные налоговые поступления в бюджеты всех уровней составят около 200 миллионов рублей. Татек Джелавян, Олег Малхожев и Роман Баюра, Архыз, 24.